Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре USB флешка от бренда Kingston на 128 гигабайт. И это у нас SE9G3. Кстати, данную флешку можно купить по ссылочке внизу. Все гениально просто. И это касается как раз дизайна этой классной флешки. Компания Kingston давно выпускает флешки именно в таком форм-факторе. И это, блин, очень удобно. Подвесить куда-то на ключи, ну, лучше и не придумаешь. Ничего лишнего не выпирает. В общем-то, знай, только пользуйся. Но прошлые флешки, предыдущие поколения, они не очень показывали себя в плане скорости. Особенно, если ты копируешь какой-то большой объем данных. Здесь же у нас заявлены скорости 220 на чтение, 110 на запись. Для USB флешки скорости хорошая. Ну и, конечно же, хочется узнать, как данная флешка проявит себя на тестах. Так что не будем затягивать, давайте все сделаем. Но перед тем, как нашу флешечку подключить, конечно же, перейдем на официальную страничку производителя, когда стиль сочетается с производительностью. Очень надеюсь, что действительно флешка у нас будет быстрая. Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A. Да, внешний вид, конечно, здесь решает, очень удобно, использовать можно где угодно, подвесить можно точно так же куда угодно. Что касается скоростей, 220 на чтение, 100 на запись. Что касается объема до 512 гигабайт. Ну и, конечно же, скорость USB 3.2 Gen 1 до 500 мегабайт в секунду интерфейс позволяет. По факту у нас, конечно же, скорости будут поменьше, но ничего страшного. Ключевые характеристики. Это у нас защита от подделки, друзья, на торце. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность. Именно вот в таком вот виде на ключах это просто идеальное использование, идеальное хранение. Большая емкость для хранения больших файлов. И, соответственно, у нас объемы разные. Скорость у нас должна быть одна везде. У нас версия на 128 гигабайт. Посмотрим, что будет. Интерфейсы, вес 5 грамм, 5 лет гарантия в России, наверное, будет год. Как-то так, если перейдем в даташит, то, в принципе, здесь у нас то же самое. Что ж, давайте подключать. Отлично, все подключено. Смотрим, файлов система FAT32, на удивление, у нас стоит здесь. Прикольно, весело. Ну и посмотрим, что у нас дальше. Так, кстати, объем у нас 115 чистых гигабайт. Ну и определится ли наша флешка в Crystal Disk Info? К сожалению, нет. Смотрим, что будет в CPU ID хардовый монитор. Если мы свернем все основные устройства, появится ли у нас. Да, флешка у нас здесь есть, скорость есть, но нету у нас здесь с вами температуры. Опять же, это же просто USB флешка. Ну и значит, пора перейти к тестам. Конечно же, в первую очередь это у нас будет AIDA64. Посмотрим, как флешка ведет себя на всем объеме. Ну а дальше сделаем все остальные синтетические тесты. Так что немножечко ждем. Для меня несколько часов, для вас мгновение. Ну что, тест у нас завершен. Да, к сожалению, изначально был тест запущен на диске D, на рабочем, с файлами, которые пришлось восстанавливать. Кстати, за восстановление спасибо утилите Disk Digger, которая очень помогла. Но возвращаемся к нашей USB флешке от Kingston. И скорость максимальная у нас здесь есть. 128 мегабайт в секунду при заявленных 110. Но посмотрите, на каком маленьком низком промежутке времени. То есть где-то процент у нас залетает на максимальной скорости. То есть, да, это, грубо говоря, там один с небольшим гигабайт. А потом скорость снижается. Снижается достаточно сильно, и минимальная скорость у нас 29 мегабайт в секунду. В принципе, так у нас тест был закончен. Да, здесь уже приятного мало. Но давайте посмотрим, что же у нас было дальше. Дальше Crystal Disk Mark. Заявленные скорости 220 и 110 у нас полностью подтверждаются. Здесь никаких вопросов нет. Случайное 4К чтение на достаточно хорошем для USB флешки уровне. А вот запись, да, маловато. Ну и видим, что у нас здесь, видимо, из-за того, что небольшой буфер по объему, у нас и в миксе скорости уже очень низкие. По какой-то причине. Ну да ладно, дальше идем в SSD.
Здесь я не стал ожидать тест, потому что на случайном 4К чтении записи он бы занял, я не знаю, полчаса, может даже и больше по времени, поэтому тест был остановлен. Видимо, что по записи уже здесь скорость сильно ниже, чем в том же Crystal Disk Mark. В Autodesk Benchmark у нас килобайты на записи. По чтению вроде как ничего, но график какой-то не совсем красивый, не совсем ровненький. Ну и если мы посмотрим на 3D Mark, 54 балла. Да, это USB флешка, поэтому здесь такие значения. Ну и, соответственно, для игр она не подходит ну никак. Чтобы играть с этой флешки, ну, сами все видите. Но давайте посмотрим на главное, друзья. На главное, конечно же, на тест реальной записи, где мы будем на нашу флешечку E объем 115 гигабайт копировать папочку рендер объемом 100 гигабайт. И давайте смотрим. В самом начале ловим 100 мегабайт в секунду. Супер красиво, классно. Но скорость у нас здесь будет недолго. И как вы могли увидеть, это примерно 2 гигабайта. И скорость у нас снижается. Снижается до 30 мегабайт в секунду. С рывками до 38. Вот такой вот интересный результат. Что ж, как есть, все увидели сами. И я думаю, можно подводить итоги. Да уж, вроде бы 1 апреля, но вот с такого неприятного сюрприза начинается для меня, потому что я отформатировал свой диск D рабочий. Да, там не скажу, что было прямо что-то супер важно, но там были рабочие исходники обзоров, которые еще не вышли. Но при этом мне удалось все-таки данные восстановить, поэтому, скажем так, страшного ничего не произошло. Но возвращаемся к тестам нашей USB-флешки, и в принципе скорости все у нас подтверждены, в синтетике все это видно, но стоит только скопировать большой объем данных на данную флешку, и скорость со 110 мегабайт в секунду реальной записи падает до 30. Да, мало, да, перед нами USB флешка. Здесь есть у нас буфер, но блин, он настолько небольшой, примерно там 2 гигабайта, где мы видим максимальные скорости, а потом скорость снижается. И большой объем данных, соответственно, на эту флешку скопировать можно, но придется подождать. Все-таки я надеялся, что вот этот буфер с максимальной скоростью будет, ну, хотя бы там, не знаю, гигабайт 10. Но 2 это прямо мало. В любом случае, например, для работы, если вы работаете с небольшими по объему файлами, офисные документы, таблицы, Excel и так далее, эта флешка, конечно, подходит. Подходит и для хранения разных данных, и, соответственно, для того, чтобы всегда можно было на нее что-то записать и что-то с нее считать. Но на высокие, длительные скорости, к сожалению, не рассчитывайте. В любом случае, своего покупателя данная флешка найдет. И дизайн, друзья. Вот дизайн эталонной флешки. Еще бы скоростей добавить, вообще была бы песня. У меня же на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же эта флешка стоит, ссылочку оставил внизу.